Здравствуйте, здравствуйте! Какое замечательное место! Какая удивительная атмосфера! Все пропитано счастьем! Это храм Кришны! Да! Я Дедушка Мороз. Я ищу Кришну. Мне сказали, что он находится здесь. Я стал старым и не могу детям носить подарки. Сказали, что только он может мне помочь. Может кто-нибудь мне сказать, где находится Кришна? Да, дедушка, вы правильно, вы сюда пришли. Мы вам обязательно покажем, где Кришна. Вы вот присаживайтесь вот сюда, на это вот чудное кресло, а мы вам расскажем, где он живет. Спасибо. И присаживайтесь. Какое красивое кресло. Скажи по секрету, мы же тебе не враги, Кришна. Что тебе доставляет такое наслаждение? Школа наша не очень простая. Не любовь нужна, а не еда. Вот это не масло, вот это не йогурт. Это любовь из сердца наших гопи. Кришна, почти здесь ничего не остался. Да. Все, на свободе. А давайте поиграем, чтобы домой не дурачить. Давай, Боже, о господи! На мою кладовку это больше не похоже. Ну как же нам дала у меня так полезина? Смотрите, ворует масло, пирожки кладут. Подруга, милая моя, похоже, ты неделю здесь не пробирала. Весь дом масла, йогурт. Простокваша, что же случилось? Ведь наша, ты наша. Догадайся сама, Кирхан. Кто вам видал этот город? Ах, все понятно. Однако странно, что масло у тебя в этой камере. Я думала, что он придет ко мне, но... Не повезло мне сегодня. А расскажи-ка, рецепт масла, почему же так сильно Кришна полюбил его? А знаешь, нет в моих степенях. Ты что, воруешь? Не дашь туда билет. А ты хочешь... воровал не тебя? Ну, как же так делать, подруга моя? Знаешь, есть плохая. Пойдем-ка
только еще один подруга родная. Расскажи мне про Кришну, про нас уладишь, про вора, разбойника нашего. И что ты захочет его наказать. И к ступе большой веревки сказать. От них Кришна решит его отомстить, тебе отомстить. Вот он придет, все горшки. Ой, подруга, ты любимая моя, спасибо, что меня ты понимаешь. Бежим к Кришне, расскажем ей о боли моей. Яшода, Яшода, что случилось? А то Суслыса не дает нам покоя. Это новость хорошая шутка? Что произошло? Почему мой Лала вас так волновал? Что, что? Украшенный весь жемчугами. Таков какой-то, с пером и шелками. Он в наши кладовки тайно забрался и от души наворовал. Чудеса? Чудеса? Где и только? Он Кришна, конечно, но не настолько. Умоляю тебя, накажи его, только строго. Ну как же ты Кришну наказывать, когда я буду? Малые детки, малые детки, милые мои соседки. Масло и йогурт у вас попадает. Этих продуктов полно, мы сладко. А ну-ка, пойдемте ко мне на просад. Ой, не надо еще, да мы знаем быстро. Нет, все-таки Бог среди нас, это факт. Ну, раз уж воришка забрался в дом, значит, внимательно будет. Нужно, чтобы в кладовках было темно. Он не увидит тогда ничего. Масло и йогурт, а ваши решки нужно подвешивать под потолки. Ну что, мои милые обе соседки, согласны? Будем беречь ваше масло и йогурт. Хорошо, мы сделаем, как ты сказала, Лежа. Но все же, волнует нас маленький Лава. Кришна все видел, пробьется на нас милость. Да, что-то возьмешь. Кришна, вот, покушай, сколько хочешь. Как долго не пришли, все своруем здесь. Да, нам пора животы свои набивать, чтобы населять гопи и убегать. На, Кришна, на, Кришна. Кирва, Кирва. Это гопи, пусть не убегают! Гопи пришли! О, Кришна, гопи! Не масло, воришка, а сердце.
положении обиды. Пойдем. Ешода! Йог масло и йогурт под потолки, да? Отлично, достать их просто пустяки. Так, там же темно было в ваших кладовках. Неужто ребенок может готовиться? Твое украшение на нем. Ярче сияет, чем свет солнечный днем. Вопрос, кто был вором, еще не решен. А кто из детей так сильно сияет, как он? Кришна. Эх, Кришна, мой сладкий слишком. Это уж слишком. Нашли. Ну, одна деталь непонятна.
понятно. Да невероятно жадные эти гопи. Да, такие жадные. Саша, учитель музыки.